Сегодня первый съемочный день нашей телепередачи, который совпал с первым учебным днем. Мы также, как и эти дети, стремимся к получению нового опыта. Мы будем испытывать границы авторства и творческого жеста. И тоже надеемся открыть для себя что-то новое, может, в чем-то разочароваться. Какие у вас были первоначальные предположения, когда вы увидели эту картину, что с ней можно сделать? Во-первых, разрезать на две части. Запустить в космос у нас была идея. Катя сказала, что она не будет переживать. Нет. И не будет. Продать. Очень хотелось бы ее. Помни, не бить и не... Ничего такого. При внесении каких-то элементов тоже предполагалось. Она сделана как бы несколько сложнее, чем можно было ее сделать. Вот. И в данном случае мы как бы предлагаем очень простой такой, может быть, даже буддийский. Вот это. Какая-то очень... Было бы еще, я, кстати, подумал, что можно было потом нашу прокачку отправить как бы вторую прокачку. Сейчас мне пришла мысль. Я просто представляю других трех экспертов, которые как бы смотрят на нашу прокачку. Очень хорошо, что это лаконично. Это вот как метод прекрасно и реализуется очень изящно, поскольку оно очень... Я опять же повторю. Еще и несколько длинных пятен. Вообще все, конечно. А это кровь, да, это же. Кровь картины. Нет, ну это, конечно же, кровь креста. Чтобы не скучать и не тратить время, мы нагрянули в офис манифеста, чтобы побеседовать о тайне современного искусства с главным координатором Машей Зелис. Что на самом деле современное искусство, задача его должна быть создание новой современности. То есть не показывать то, что есть сейчас, а создавать новую, то есть новую действительность. То, что создается актуально вот вчера там или сегодня, а то, что ну, как бы не говорит об актуальных темах, а то, что само создает актуальность. Ну, выглядит неплохо, мне нравится. Ну, слава богу. Концепция тоже весьма на данный момент современная. Все очень как и правдиво. Теоретическая часть одно. Практика вот заведующая. Двоякая ситуация. Здесь получается наложение моего творчества и творчества экспертов. Пока я могу только смотреть и наслаждаться. Уважаемые зрители, если вы хотите, чтобы ваша картина приобрела символический вес, пишите на почту нашей передачи.